или хаста? Да, всего лишь 6. Сейчас мы попробуем с нашими гостями выучить несколько из них. Я буду говорить, объяснять, а моя помощница Вика будет показывать. Итак, самое первое движение, которое используют даже самые профессиональные танцоры катхак, называется чакра-хаста или круговое движение руками. Вы его видели уже в нашем танце, который мы только что танцевали. Давайте мы покажем, как оно делается. Пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Движение начинается с запястья. Обратите внимание, очень необычно. И все время запястье идет первым по прямой линии. Домик. Раскрываем. До 90 градусов здесь. Рука снова прямая. Опускаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Добавим ноги. Добавим? Очень просто. Просто право, лево, я буду помогать. Танцуем с ногами. Спасибо. Следующее движение. Тоже круговое движение, но не вверх, а прямо. Часто используется для выражения уважения или приветствия всех окружающих. Руки открываются, круговое движение. И закрываются. Репетируем по одной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Право, лево, право, лево, лево, право, лево, право. Право, лево, право, лево, лево, право. Две ручки вместе. Право, лево, право, лево, лево, право, лево, право, право, лево, право, лево, лево, право. Хорошо, есть еще очень такое движение, которое всем нравится, потому что никто не понимает, как оно делается. Вика, покажи, пожалуйста, трам-тей. Вы поняли, как оно делается? Покажи, пожалуйста, еще раз. Трам-тей. Два раза быстрее. Трам-тей. Кто понял, как оно делается? Как? Вот так. Кто еще понял, как делается трамплей? Нет? Давайте будет подушкой показывать. Удивительное движение. Руки поднимаются опять же запястьями кверху. И перекрещиваются запястье к запястью. Левая рука смотрит на себя, правая от себя. Прокручиваем так, чтобы получился цветочек. Дальше. Чтобы получились наоборот, такие крылышки. И опускаем. Еще раз поднимаем. Поднимаем под треугольник. Не один рука, поднимаем а оба ручки. Крест-накрест, такие крылышки. Левая
левая к себе, правая от себя. Прокручиваем, касаясь друг друга руками. Наоборот. Опускаем. Поднимаем. Крест. Провернули. Опустили. Поднимаем. Крест. Опустили. И раз. Вниз. И раз. Вниз. Самая большая тайна – это держать руки вместе, так, чтобы запястья касались друг друга. И теперь еще прыжочек. Очень просто. Все то же самое, только в прыжке. Трамп. Эй. Правой ножкой ударим обход. Спасибо вам большое. Спасибо. Если честно, очень трудно давать мастер-класс по классическому танцу, потому что это одно движение, которое мы сейчас танцевали, это круговое движение руками, должно занимать хотя бы полчаса для того, чтобы оно запомнилось и делалось правильно. Но тем не менее, потом такие труды вам воздадутся, потому что если уже запомнили, то потом не забудете, как делать это движение. И...